На, по настоящему моменту сегодня больше 300 человек. Все морги Кемерово заполнены. 70% детей погибло. Представьте еще раз, Павел. Я врач линейной бригады скорой помощи. Самое главное, откуда ты узнал это все? В соцсетях. Упался после дежурства. А потом уже услышал, что митинг. И пошел на митинг. Понятно. То есть вся информация все равно от соцсетей шла. Да. В основном там. Никакой конкретизации не было. То есть ты сам. Конкретики нет, это я вычитал. Конкретно-то я там лично-то не был. Конкретно лично нет. Ну, ясно. Так что ты, получается, подставил. Конкретно подставил. Конкретно подставил. Да подставил людей в смуту ввел. Это самое страшное. Что нужно сделать-то с твоей стороны? Извиниться, я думаю, надо перед русскими, перед всеми людьми, которые, получается, ввел в смуту. Получается так. Получается, что... Да. Ну, то есть... Просто память о них только, я извиняюсь. Правильно. Погиб.